Храм Рождества Богородицы, построенный царицей Еленой и царем Константином, единственный, который не был разрушен впоследствии следующих гонений. Открытки $1. Кофия, кофия. За $30 я здесь могу полдня на такси. $30. У гостиницы такие $5 стоили. $30, да. $30? Да. $30. Как бы на католический, на два как бы, на две части. Одна часть православная, грекам принадлежит, другая католическая. Монастырь Святой Екатерины, вот католический монастырь. А слева у нас с вами, у меня слева, у вас справа, монастырь Святогробского братства. Святогробское братство отправляет сюда монахов на послушание, и вот они тут составляют братство Вифлеемское, и тут служат. Тут же находится и резиденция Вифлеемского владыки. Сейчас у нас владыка Феофилак здесь. Будете когда служить, будете с ним поминать. В контакте. Значит, вот. Вот, значит, видите, вход был в храм достаточно большой, достигал вот той арки, да? Но произошло, я вам тут расскажу, произошло такое чудесное событие. Когда арабы завоевали святую землю, они, естественно, были по вероисповеданию мусульмане. Им христианские храмы были как конюшни. И они въезжали сюда на лошадях, на ослах, естественно, храм осквернялся. Вот. Христиане же, находясь в таком подчиненном положении, не могли восстановить правду. Пока не было такого явления божественного, что из одной из колонн храма вылетели осы. В тот момент, когда туда въехали большое количество арабов, они начали жарить и лошадей, и хозяев, и пайки, и рядом. Тогда они решили, что И вот сделали сначала, видите, вход вот такой вот арочкой, а потом и совсем не было. Вот, значит, мы сейчас с вами войдем в храм, посмотрим на мозаику, посмотрим на эту колонну, откуда вылетели осы. Там образовались эти дырочки в виде креста. Значит, обычно православные верующие туда пальцы складывают, свои пальцы не болеют. Another miracle.